середине года в Чебоксарах не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Долгострой по проспекту 9-й пятилетки обещают сдать в эксплуатацию в третьем квартале. Премьер-министр Иван Моторин проверил степень готовности жилого дома. Этот дом обещали сдать сначала в 2011, затем в 2014. Неоднократно менялись застройщики, но жильцы в нем не появились и в 2017. 2 года назад внесли изменения в проектно-сметную документацию, определили застройщика, генерального подрядчика. До сдачи дома остались считанные месяцы. Дом рассчитан на 130 квартир, 78 будут переданы участникам-долевикам. Сейчас в подъездах завершили отделку, смонтировали инженерные сети, установили приборы отопления, электрические счетчики и лифты. Идут кровельные работы и благоустраивается прилегающая территория. Объект в высокой степени готовности и у подрядной организации, у энергосбытовых организаций, поставщиков энергоресурсов. Есть все условия сдать его до 1 сентября. Это последний объект обманутых дольщиков, который реестр был еще составлен в 2009 году. И я думаю, что мы в ближайшие 2 месяца сдадим его полностью.